Всем привет, дорогие друзья, с вами мастерская Мастерок. Значит, скажу, что это продолжение темы ремонта винта. Вы скоро увидите на своих экранах. Но хочу заметить, как упаковано. То есть, меня часто спрашивали, вот, коммент один из, чтобы вы не думали. Потому что часто говорите, что там... Довольно глупые вопросы периодически спрашивают. Вот тоже вот коммент можете видеть внизу экрана о том, как правильно упаковывать винт. Меня спрашивали, показать, не показать. Значит, гляньте видосы про жесткие диски. Некоторые из них упакованы хорошо, вот это упаковано никак. Я вам хочу сказать, если он сейчас даже будет живой, то это очень-очень большая радость, потому что, ну, вы сами видите, что как бы без коробки, просто в пленке, без, грубо говоря, ребер жесткости. Вы можете глянуть мое видео про неудачные доноры жестких дисков. Там винт был упакован вообще отлично, но при этом при всем новая почта его ушатала. Вот этот жесткий диск у нас на замену идет, замену головок будем делать. Но я вам хочу сказать, что это не упаковка. То есть упаковывать надо хорошо, минимум в два раза больше пупырки. И, собственно, тогда, возможно, у вас жесткий диск ваш останется в сохранности по одной простой причине, что его не доушатает новая почта. В чем проблема таких винтов, когда они плохо упакованы? Даже он может запуститься и может сразу же сдохнуть. То есть, эта проблема, во-первых, очень сильная мастера идет в том плане, что мастер может сделать все правильно, а голова может быстро сдохнуть. В принципе, винт может сам по себе сдохнуть после пересадки головы там через неделю, через две, через месяц, как кому повезет. Но в данном случае, то есть, может быть летальный исход винта заранее. Вы меня, думаю, поняли. И вы со мной, думаю, люди согласны. Давайте запустим. Ну вот, собственно. Давайте перезапустим еще раз и послушаем звук, как он включается. Подождем, пока он полностью остановится. И еще раз его запустим. И все, и собственно ничего не происходит. Собственно, как я и говорил, винт просто сдох. Винт распаковывался при вас, снято было одним дублем, то есть мы с вами можем слышите, да, звуки, как работает головка, как что работает. Винт у нас полностью подключен через нашу систему. Слышим, да? То есть это проблемы, ну, помимо того, что новая почта в последнее время сильно любит ронять посылочки, данный винт я считаю непригодным для замены головки. Опять-таки, грубо говоря, у этого винта все, он выключился сам по себе. Слышите, да?
Просто винт пощелкал, подергал головой и выключился. То есть вы видели первую часть данного ролика о данном винте. Ссылочку на первую часть я оставлю в описании. Это донор к нам приехал на замену головки. Но вы сами все видите, сами все слышите. То есть я его даже не буду ни раскрывать, ни вскрывать. Пересадка головы не имеет никакого смысла. То есть винт сам отключился по причине отвала башки, опять-таки из-за неправильной упаковки. Лучше всего, конечно, упаковывать, ребят, я вам скажу, в пупырку, коробку, еще раз пупырку и еще раз коробку. Причем в первый раз и во второй не жалеть пупырку, в принципе, килограммовую коробочку, если положить полукилограммовую коробочку в нее жесткий диск, то доставка будет более-менее приемлемая и будет больше шансов того, что почтовая служба не убьет данный жесткий диск. Собственно, видите, все подключено. Можно запустить еще раз. Я думаю, вы сами все слышите. Всем спасибо, ребят, за просмотр. Всем пока. Вітаю. Якщо ви мене розумієте, то я вам рекомендую підписатися на канал MicroAVM. Цей хлопець гарно розбирається у роутерах та в їх ремонті. І його відео на щирій українській мові. Тому рекомендую. Ссылка буде в описании. Дякую за увагу.